Все, закрываем навигацию. Завтра мы катер будем вынимать. Сегодня идем за камбалой на рыбалку с продольниками. Отловим сутки катер на прикол. Но еще покатаемся потом на маленьких лодках. Где-нибудь на конвейере по островам. Все, поехали за рыбой, за вкусной камбалой. Нас встречает штилем. Такую погоду давно я уже не видал, чтобы была тишина такая. Без дождя, пасмурно, тепло, отлично. Мы мало запоздали. Вот. Я бегал на охоту. Добыл связняка одного. Ну, первополушный, ну такой неплохой. Наелся. Нормальный серезень. Сейчас сделал костер на берегу, рожок напилил дров. Пока я вот ходил-бродил, Тёмыч у нас лег спать. Так, ладно, пусть спит. Мы поставили 9 железяк. Все наготове. Подольники вот стоят уже оба. Уложены. По борту один. И второй. Сейчас я ищу плато. Так, уже вышел на русло судоходное. Не хотелось бы, конечно, тут ставиться, но глубина 11 метров, ну почти 12. Самое то. Буй мигает, сейчас от буя отойду. И вот на этом пятаке буду ставиться. Ну все, вода поднимается. Где-то примерно уже на полметра поднялась. Воды большие. Вот. Пароходы гребут полным ходом. Все, сейчас я снимаю яйца. Яйца сварились. Ставлю последний продольник. И потом приезжаю и буду на хозяйстве. Все отлично. Все готово. О, малость покемарили. Сейчас греем чаек. И поедем проверять продольники. Сегодня есть небольшой ветерок. Ночью зашли в речку, подальше от ветра. Тепло, хорошо. Зима закончилась, все тает. Ладно, потихонечку прибывает. Такая камбала не шибко крупная. Вот такие экземплярчики. Ну, есть не прям мажор, а по чуть-чуть. Народу понаехало. Вчера ставились, не было ни одного катера. Ну, машины уже уезжали, поздно приехали. Сегодня здесь аншлаг. Чую, рыбы не верят. Небольшой бородец. Такая самая, да, съедобная камбалка. Не крупная, не мелкая. Подушка.
мощная. Мощная комбала какая. О. Ты рад? Как для моей радости показать? Культурно, блин. Камбала, камбала. Камбала. Рыба есть. Она не может не есть. Чем на железо. Поставили немножко в стороне просто. Ну, на наружу, да, стоял. Я тебе не мешал ставить их. И где сказал, ты ему поставил. Ну вот, первая проверка у нас. Почти ведро камбалы. Нормально, не жор, но около дела, в принципе, на двоих уже нам хватит. Едем ближе к дому. Вот так вот половили 1,5 ведра. Ну, за сутки неплохо, в принципе. Прибыли на стоянку зимнюю. Решили, катер мы не будем вынимать сегодня. Поставили пока у причала на воде. Обещаю следующую неделю теплую. Так что мы в следующие выходные скатаемся, наверное, да, на конвейер, на комбале. Куда-нибудь в тот район. В общем, все, прибыли домой, порыбачили хорошо. Добыли одного селезня. Наловились камбалы. В удовольствие. Едем домой. Эх, красота. Снежок. В панировочных сухарях. Отлично, свежая камбалка. Круто.